Мы многое можем в одиночку. Можно сочинять музыку, писать картины, стихи. Но есть проблемы, которые мы решим только сообща. В этом году более 500 000 россиян услышат диагноз «рак». Это наши друзья, наши близкие. Это мы с вами. Присоединяйтесь к нам на нашем сайте и давайте поможем ученым победить эту страшную болезнь.